Всем привет! Меня зовут Елена, и вы на канале «Сад бесконечного лета». Сегодня у меня небольшая работа с крупнолистными гортензиями. Тема ролика – полив после зимовки. Напоминаю, что 8 марта мы их достали из смотровой ямы гаража, где они зимовали. Обработали препаратом ХОМ. Через несколько дней обработали от вредителей препаратом ФитоВерм. Прошла еще неделя, и я хочу пролить их перед первой подкормкой обычной водой. В этом коротком ролике я вас хочу предостеречь о избыточном заливе, переливе крупнолистной гортензии после зимовки. Вот возьмем, к примеру, 3-литровый горшок. Поливаю по краю горшка, в центр не лью никогда. Немножко, достаточно, все. Вот смотрим, может быть, поросль пойдет от корня. Что-то как-то... Ну, вроде пенечки такие, живые. Так, и чуть-чуть проливаем по краю горшка. Вот 5-литровые горшки. Здесь поливаю побольше. Побольше. Чуть-чуть еще подбавлю. Так, вот 10-литровый горшок покажу, как поливаю. Здесь вот пересадила перед зимовкой, но сейчас он пойдет в рост. Здесь вот по краю горшка поливаю чуть побольше. То есть полив должен зависеть от размера горшка. Вот 1,6 горшочки, совсем мало. Поливаем, все. Я закончила проливать гортензии водичкой. Через несколько дней буду вносить супер-супер удобрения для того, чтобы запустить работу корневой системы. Оставайтесь со мной, будет масса интересной и полезной информации. А мне нужно работать. Всем пока-пока!